объехать пробку, которая сейчас на главной развязке, на пятом этапе, начало пятого этапа. Тут можно объехать и попасть в Европу без единой машины, без пробок, без ничего. Но немножко грунт, поэтому по грунтовочке. Друзья, тем временем Таврида продолжает строиться, пятый этап уже близок к завершению. Вот сейчас вы видите мост, который построили из урожайного в живописное. Вот уже, кстати, готовы сточные сооружения. Совершенно новенькие отбойнички. Красивые. Кстати, вот примерно толщина асфальта, который кладут. В общем, друзья, процесс близок к завершению. Скоро мы поедем по этой дороге. И все поедут. Наконец-то. Так что ждем. Ждем. Сейчас еще на этот мостик заеду. Прокачусь по нему, посмотрю, как удобно. Нет? Забираемся на мостик потихонечку. Еще тут никого нет. Ребята, мостик получился такой, скажем, аккуратненький, хорошенький, и можно спокойненько пересечь пятый этап Тавриды с одного села в другое село. Едем, едем в соседнее село на дискотеку. Thank you.
Все, друзья, вот такой нехитрый объезд, и мы уже в Симферополе. Так что, если это кому-то интересно было, ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал, не забывайте, пишите комментарии, будет интересно почитать.